Всем привет! С вами Андрей Тимофеевич. Сегодня мы поговорим о том, что мы берем с собой в поездки. Ну вот, мы сейчас просто уезжаем. К примеру, вот. Первое, что мы берем, я беру лично Smart Keys. Да, вот недавно купили, тут привезли как бы родители. Потому что Smart Cover уже там расклеился, все такое. Также Тимофей тоже берет Smart Keys, только зеленый свой. Это маленький чехольчик для iPhone Nano 7-го поколения. Чисто просто нашли. Случайно на столе валялся от наушников. Керамические, которые там дарил кто-то. Также, ну, я как бы их особо не буду носить. Бампера вот два. Там, бельги. Как его? Просто так взять и все. Я буду в основном носить вот один чехол у меня есть. Это Vapor Pro. Element Keys. Хороший, кстати, чехол защищает хорошо, у меня уже раз 5 на iPhone падал. Ну, так ничего, нету ни всяких трещин, ничего. Просто, ну как, на чехол царапается и все, так все хорошо. Ему дается вот отвертка, ну, правда, там на ключах у меня остальная часть. Также два винтика к нему в подарок, и на заднюю крышку там наклейка идет. И, ну и чехол, как видите. Также, вот. Как бы Тимофей берет, это вот мы сюда все складываем, свои зарядки, провода, там вот эти всякие чехлы, ну, которые маленькие, из размера с iPad, потому что мы на остальные на iPad делаем. Да. Также берем тряпочки всякие для протирания экранов, как видите, вот. Вот это хорошая, кстати, тряпочка. Не помню, как их называется, но хорошая. Эй, ну это больше. Также мы берем с собой он наушники Sony XP-A1. Кстати, вообще вот зашибенские наушники, я с ними походил неделю. Мне они очень понравились. Шумоизоляция очень хорошая. Стоят, сколько они стоят? Две тысячи. Вроде 2000. Там посмотреть можете в Яндекс.Маркете. Sony XP-A1. Также лично я беру свои Razer. Мне они очень нравятся, но как бы для меня, ну, не знаю, может кому-то не нравится, но мне они, короче, нравятся. Стоят, например, сейчас, я заходил в магазин 2890, хотя за сколько же я их покупал, в принципе. Из всех наушников, что я знаю, это самые хорошие, большие наушники. Ну, есть получше, ну ладно. Также это вот где-то второй провод, мало ли там первый порвется, чтобы там, ну, короче, потом заменить, если что. Также мы берем зарядки. Три зарядки, как видите. У меня от айфона была великобританская, потом мне в лом было покупать. Я заряжаю одной. Это вот его, Тимофея, с лайтингом от айпада, так? Потом также еще одна зарядка тоже с лайтингом, но это iPod Nano его заряжает. И вот моя зарядка. Старая, вся потертая, провод грязный весь, там чернил в чем-то. Такой жук, как из жука. Ну, это я вот им заряжаю iPhone, iPad. Вот как. Также вот мы берем, ну, как бы Тимофей берет свой вот новенький iPod Nano 7. Кстати, очень прикольный аппарат, мне понравился. Да, неудобно, что как часы можно, ну, то есть нельзя носить. Ну, так, в принципе, нормально, как бы наушники с ним. Вот AirPods нормальные, хорошие, мне понравились. Сам он тоненький, маленький, удобный. Также, ну, как сказать, мы берем iPad. Это мой iPad. Это третий, на 32 гига, там, с 4G. Это наклейка от Razer, тоже шла в комплекте, кстати, прикольно. Мне нравится. Он берет тоже свой iPad, только у него четвертый, тоже на 32 гига и без 4G. А так все так же. Также Тимофей берет свою птицу Angry Birds, которую он купил как раз вот в Бельгии, в аэропорту. Купил он там недорого, там вроде 10 евро. Ну, игрушка как игрушка. Развесили там, ну, покидаться и все, в принципе. Также вот он, вот это шла, я так понял, в комплекте от Sony наушников. Это чтобы их скручивать.
Ну, чтобы они там не запутались, если в карман положить и все такое. Ну, у нас была, у меня такая, как бы мы с ним покупали давно похожую фигню, только я ее просрал. Я тоже. И он ее тоже просрал. Ну, как бы мы ее особо не часто пользовались, там, первое время, а потом все. Также он еще берет чехольчик для наушников XB1. Ну, это правда, там, короче, там лежат, я так понял, насадочки. Да, там насадки лежат. Там достать, посмотреть, я же даже не видел. Насадки вот для наушников XB1, блядь. Ладно, с кем не бывает. Ну, короче, что еще? В принципе, все, что можно сказать. Желаем вам хорошего Нового года, чтобы вы его хорошо провели в кругу своей семьи, друзей, близких. Чтобы он прошел у вас так же хорошо, как и этот. Мы надеемся, что он у вас хорошо Новый год прошел. И не забывайте, как встретишь Новый год, так его и проведешь. С вами был Андрей Тимофей. Пока. Всех с Новым годом.